Для тебя, о человек, Бог создал небо и поля. Для тебя цветут сады и плод дает земля. Для тебя моря и горы, все живое для тебя. Для тебя на небе солнце и луна. Что дал ты ему за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, ведь твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу себя. Для тебя звучит мелодия в далекой вышине. Для тебя роса на травах на заре. Для тебя моря и горы, все живое для тебя. Для тебя все это создала его рука. Что дал ты? Хочу оторваться лишь нелегкой бедой.
Каждый в этом плоде заложенный еще залог будущего плода. Каждым семенем вот этого плода есть будущее, должно расти. Есть семена большие, есть семена очень маленькие. Я взял вот этот, есть такие растения, травка такая, которая имеет парашютик такой. И смотришь, летит этот парашютик, летит, а там надо, наверное, увеличительное стекло, чтобы посмотреть, что там в этом, летит, где-то оно приземлится и коснется земли, и потом смотришь, вырастает вуаль. Это маленьким заложенным семечки, оказывается, там есть залог будущей жизни, там есть жизнь в этом семени. Кто эту жизнь вложил в это семя? Только можно удивляться, это чудный Бог. Микроскопом мы не видим, но там в нем жизнь есть заложена. Я часто говорил о том, я читал одно, один ученый брат говорил, добиваясь, что вот семя взял из пшеницы, и он изучил ее в точности, как оно все это сделано, какие элементы в этой зерна пшеницы находятся. И он все в точности так же сделал искусственно. Вот взял вот эти элементы, какие изложены, все сделал искусственное семя и поставил в землю и ждал, чтобы оно выросло. Оказывается, оно не выросло, потому что это создал человек. А то, что Бог создал вот это семя, как оно заложено, как оно сделано, как оно выросло, но в этом семени, это, например, зерно пшеницы, в нем есть жизнь. Заложенная жизнь Богом, которая коснется земли и потом вырастет. Мы весной сажаем, делаем эту работу свою, кажется, все. Поставил в землю и все. С этого момента начинается отчет времени. Где-то пройдет 50 дней, мы будем кушать август. И сколько там, не знаю точно, сколько это проходит время. И смотришь, как все это чудо. Мы все просто это делаем. Мы поставили землю, накрыли землей, все, наша работа сделана. Дальше мы видим, начинается вот этот рост, прикоснувшись к земли, почуял вот этот залог жизни, и начинает расти, и начинает давать вот это семя, начинает возрастать. И понимаем, получается такие маленькие росточки, такие нежненькие, слабенькие, ветром полюблющие, оно опасно для всякого, и может быть скота, или кто там, или человека наступит его, может избить его, сломать его и тому подобное. И все это тоже как прообразно показывает для нас сегодня, людей, живущих на этой земле. Каждый христианин, каждый человек имеет заложенную будущую жизнь. И эта жизнь, она пробудится в потустороннем мире. Она коснется того момента, когда она пробудится и должно дать жизнь. Какую жизнь? Так, как ты сегодня. Какое посеяно там семена в нашем сердце находится. И если оно семена любви, семена Божьи посеяны там, то вот оно всходит, и этот росточек, он очень нежный, слабенький. Сегодня, когда те люди, которые обращаются к Господу, у них сегодня прообразно показывают вот это растение, которое растет, оно очень слабое. Их могут сбить. Родственники часто обращаются, что куда ты пошел, да ты куда, что с тобой случилось. Ты смотри, куда ты идешь, ты пошел в секту и тому подобное. И это самое то, что сбивает человека с пути правильно. Потому что почему? Потому что враг пущевицкий сегодня работает. Он не хочет, чтобы сегодня души приходили ко Христу, но он хочет, чтобы души уходили, чтобы он делает свою гнусную работу. Поэтому сегодня Давид, вот как бы изливая свои души, говорит, я просто плачу. Я слезы мои лью, когда мне говорят, где Бог твой? Разве эти люди не видят Бога? Разве им надо показывать, надо, чтобы этот человек ощущал Бога своими руками? Все во всем показано это. Рука и действие Божие. Поддержите, братья и сестры, нас в благодарственной молимся. Господи Бог наш, благодарны Тебе
и за этот благословенный год. Благодарим Тебя, Господь, за то, что земля дала плод. И в этом Твое благословение и милость. Благодарим Тебя, Господь, за эти добрые плоды земли, за произведение земли. Не забывайте тех, кто любит вас и ждет. Не забывайте тех, кто помнит вас и ценит. Ведь в этой жизни все когда-нибудь пройдет. Но есть сокровища, которые не тлены. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тлено. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. Будем славить,
Добрый день! Так, Кирилл,
И у нас тоже есть замечательный лешуас. Мене пропустили по нам їздити. А це хто тут у нас? Настя. Я бы хотел, чтобы каждый стил что-то сказал своего детства, как он понимал свой вот этот день благодарения праздник жатвы, как он его встречал, как он его любил, или как в детстве он получал эту карту. Нет, каждый что-то хочет, что-то мать. Начнемся с Богомиша. Давай, Богомиша, потом готовься. Ну що, браття, якщо говорити за себе, то я навіть і не знаю, що сказати, і не маю що сказати. Будучи в дітті, у мене поняття не було, що це такий праздник жарний, чи він є, чи нема. Но коли я вже прийшов до Господа, то я вивів, що це радосно, що це є благословення, що це є милость Божа ко всім людям. Не всі це розуміють, і той, коли я не розумів, що я розумів, що це само собою должно так бути. А на самом деле це все із руки Божої. Я благодарен Господу, що Господь привів мене в церкву, що я сьогодні можу присоединитися к сону святих, котрі благодарять, котрі славять Бога за те, що Бог дає нам це для нашої життя. Оце, що я можу сказати. Говорят, так как сегодня люди мира сегодня не понимают, что надо благодарить Богу, в том числе и ты такие. И я такие. Сами собой, ну вот так оно должно быть. Да? Хорошо, спасибо. Да. Брат Павлик, пожалуйста. Что ты запомнил в твое детство праздник жатвы? Когда ты так дивишься на них, фрукты, как и обсидеть и дивишься. Я скажу словами Якова, что краткий, жалкий лета наши, что мы можем вспомнить? Вот у вас есть что вспомнить. Я не скажу, а ну, давай, да. Ну, давай, да.
Помнишь, детство, братика? Детство? Детство, да. Детство, вот. Ми любимо історію, потім були що в історії, як воно там було. Ну діти в дітстві що любили Рождество пас. Але саме має це класний час, тому що інститут, гагузі інститут. Красі мають на камеру, так? Так. А то очень запоминалося в дітстві. Ну що це було таке ж? Школі розказували, я помню, навіть з класу зі мною виходили на цей час. Ні, ми можемо вспомнити з нашими, коли приховували шарані, мама були чорні фарбами. І ми сиділи, коли вже скажуть, що вона розкопана. А так все, ми понімали це, в цей праздник. Ну, всі чекали цього праздника. Всі чекали, постійно. Родителі і родителі приучали благодарити. Родителі приучали благодарити за все. Но що і 30 років назад, і 40, коли ми були малі, чекали і розколоти, що і зараз то ж саме люди ждуть, діти ждуть, щоб присісти і закінчити. І взрослі теж ждуть, так. Дякую. Ну, братом Павліку вже було сказано, що ми в дітстві теж в родині, садикові чекали цього праздника особо. У нас і зарасходилося вже і бувати, то вечором було, утром повний. Дав дітей було, і ми ждали вечора, коли це все винесуть, коли це все розріжуть. І приходили навіть порой невіруючі. І хто-то з наших дітей віруючих, родити кого-то відправив із цих невіруючих. І хто-то сказав братям, швидко догнав, і мальчика повернули обратно, і тому зробили замечання, що не робити так, тому що це не ваше лічне, це наше, це церковне, наша задача привлечь людей, щоб вони були тут. Хай приходить раді того гарбуза чи того, що то є, але він прийшов все-таки до молитви. От ця особа мені запомнилась, так особого значення я не придавав, що це означає. Звісно, потім вже, впоследствии, коли вирос, коли став...